Военно-патриотическое воспитание является одним из важных направлений по формированию у граждан, особенно старшеклассников и студентов, высокого патриотического сознания, воспитанию чувства верности своему Отечеству. Его результаты проявляются не только на службе в армии, но и во всей последующей жизни. С этой целью в 13-й школе Экибастуза открыт кабинет «ЖАС-Сарбаз». Право перерезать ленту было предоставлено директору школы Ерсагату Аширову и методисту начальной военной и технологической подготовки отдела образования. Образование Оскару Исину. После небольшой экскурсии по кабинету ребята ознакомились с предстоящей работой. Почетный гость мероприятия дал наставление подрастающим защитникам. С 2020 года по нашему городу по плану отдела образования открыто таких кабинетов у нас 3. Это 10-я, 12-я, 21-я школа. В этом году у нас открылось таких кабинетов 5. Думаю, что именно не только из-за этого кабинета, а из-за вашего патриотизма, ваша школа, ваши дети, то есть вы будете занимать призовые места не только в строевой подготовке, но и в огневой подготовке, то есть разборка-сборка автомата, стрельба из пневматической винтовки, гражданская оборона. Все это нужно не для того, чтобы воевать, а ваш преподаватель и организатор будет учить вас защищаться и обороняться. Большое спасибо, успехов вам! Ученики школы провели показательное выступление по выполнению норматива по неполной разборке и сборке автомата Калашникова. Ребята являются неоднократными призерами городских военно-спортивных соревнований. Сборки, призовите. Появление в школе нового кабинета учащиеся расценивают как возможность получить новые навыки и сделать работу коллектива еще более сплоченной. Всей школы Ерсага Сапаевичу за проделанные усилия, благодаря которым в нашей школе открываются подобные кабинеты. Они должны быть, они воспитывают в учениках патриотизм, чувство ответственности и любви к родине. Стоит отметить, что в преддверии дня первого президента и в рамках празднования 30-летия независимости в школе проходят различные мероприятия, в том числе классные часы с патриотической тематикой.